Ребятки, всем привет. Вот сегодня решил маленький видеоролик снять. Вот у меня сегодня такой ужин, завтрак и обед. Три в одном. Сегодня вообще ничего не ел. С мясом, говядина. Недавно, короче. Чай попил и все. Сейчас попробую. И что у меня? Это момент стрима смотрю. Прямой эфир, момент стрима. Нормальный супчик. На улице, конечно, тепло, но в последнее время что-то на улицу не выхожу, потому что я, ребята, очень что-то болею в последнее время. Что у меня на столе творится? У меня телефон такой. Фирменный телефон у меня. Офигенная раскладушка простая. Вот с него звоню постоянно. А также, ребята, огромное спасибо за подписку, ребята, огромное спасибо за подписку, за поддержку. Надеюсь, на днях выйду на улицу, сниму какой-нибудь видеоролик. Что-нибудь на костре сварим. Конкретно не знаю чего. Подскажите в Казани, что можно сварить. Напишите в комментариях. Я постараюсь это сделать. Всем огромное за подписки еще раз. За комментарии, за лайки. Всем здоровья, любви, счастья, удачи, ребята.